Попечительский ученый Совет Ивановского регионального отделения Русского географического общества подводит итоги работы в 2015 году. 5 экспедиций, одна из них кругосветная. О своей работе рассказали поисковики, географы, историки. На связь по телефону вышел и Олег Волынкин. Сейчас экспедиция «Гордость России» под его руководством находится на островах Зеленого мыса. Искренне благодарю вас от имени всех присутствующих. Мы душой и сердцем с вами. Мы ждем постоянно от вас известий. Мы, конечно, за вас волнуемся. И очень хотелось бы пожелать вам, чтобы все планы и ближайшие, и стратегические ваши экспедиции сбылись. Удачи вам! Губернатор Павел Коньков поприветствовал путешественников. Руководителям лучших проектов вручили денежные гранты. В следующем году свет увидит географический атлас Ивановской области.